Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима и канал МТГ Сибирь. И, ребята, меня сегодня застал творческий кризис. Не знаю, вот правда не знаю, что вам показать, что бы собрать в формате нынешнего стандарта 2022. Давайте просто перейдем в пулкарты и попробуем что-нибудь собрать интересное, прокатать этим пару игр и посмотреть, на что оно способно. Давайте выберем, во-первых, стандарт 2022. Во-вторых, посмотрим, что у нас есть многоцветок, чтобы, ну, в один цвет не собираться, это скучно. А вот что-нибудь такое интересненькое, в парочку цветов. Усилитель-борец. Извиняюсь. Кстати, достаточно интересная карта. Можно, кстати, и почему бы на снежных не собрать. Может быть, даже бы играть будет, не знаю. Так... Надо что-нибудь предпринять. Может быть, БР-контроль? Хотя нет, сейчас этого БР-а слишком много. Так. Тут даже вот... Класс Малах мне нравится. Можно лайфгейне? О, слушайте. Давно была идея собрать что-нибудь на лайфгейне. Ну, так много, кстати, черно-белых хороших карт. Прямо слишком много в стандарте. Черно-синих есть классных. Вот этот скоро заиграет. Вот выйдет, ну, выйдет Инистрат, и этот просто будет божить там. Так, ну красно-синих понятно. Черно-зеленых тоже понятно. Прямо очень много, да? Белокрасных, дракончики козырные вообще. Ну а что у нас тут есть? Вот, во-первых, мне вот это нравится. Трела Сара, Луна танцовщица. Может, попробовать что-нибудь на ней собрать? Падение самозванца. Тут, кстати, есть и Дрист, и Майя. Давайте что-нибудь попробуем бело-зеленое собрать. Именно на лайфгейне. Так, этот кладет дополнительную землю, это нам не очень интересно. Тоже, кстати, ничего такое. Земелечка неплохая. Давайте, вот так вот, жизни. Может, что-нибудь получится? Что у нас есть? Класс жрец. Вы получаете жизнь, получаете такое же жизнь, количество плюс один. Каждый раз, когда вы получаете жизнь, положите жетончик. Ну, в принципе, он работает как гелиот, да? Так. Ну давайте вот такого. Таких вот 4. Это будет основа нашей колоды. Что еще можем запихать сюда интересного? Ангел. Ангел неплохой, кстати. Вообще достаточно неплохой. Книга. Разбаненная книга. И ведь ничего не сделаешь с ней, да? Абсолютно ничего. Ну, я не хочу, это слишком банально. Так, у нас есть кошечки. У нас есть ангел судьбы, кстати говоря. Кажется, когда существо под вашим контролем носит боевое повреждение игроку, вы и тот игрок получаете по такому же количеству жизней. В начале вашего... Кстати, Трелосара священник, да? О, она еще и священник. То есть мы можем забацать с Валькирией бело-зеленую деку, да? Дора священник. В начале вашего заключенного шага, если количество вашей жизни превышает ваше начальное количество жизни на минус 15, проигрывает партию. Ну, да, ничего такое. Слушайте, ну можем, можем попробовать. Вот такие прикольные чувихи тоже есть. Что тут еще такого классного прямо, чтобы было? Так, скрытый веревочник. Не может ворачиваться во время вашего шага. Каждый раз, когда вы получаете жизнь, разверните скрытого веревочника. Ну, интересно. Так, если вы должны получить жизнь, получаете такое же количество жизней. Плюс один. Второе сочинение получает плюс 2 плюс 1, то есть 4-4, пока у вас 25 или больше жизней. Леги мод, кстати говоря. Да? Аскет. Добавляет экспанат. Ну, нам это не очень интересно, на самом деле. Хотя, если играть через долгий отдых... Интересно. Давайте попробуем собрать. Давайте.
класс жрец. Все четыре, поскольку он классный очень. А целитель душ. А почему бы нет? Так. Каждый раз, когда Гламурас Найратор атакует, он получает полет до конца хода, если вы контролируете существо с полетом, то сам пользуется данным ударом, неразрушимости первым ударом. Окей. Это нам не интересно. Плуг. Добавьте тема, получает 3 жизни до конца хода, экипаж 6. Это нам не интересно. Вот это, кстати, неплохая. Неплохой. Опциональный чувачок. Очень опциональный чувачок. Так, положите жетон на освященного пастыря. Вот этих однозначно 4. Так. Этих однозначно 4 ангела. Существо плюс 0. Так, это нам неинтересно. Каждый раз, когда кор, участник ритуала или другое существо выходит на поле битвы плашком, получайте одну жизнь. Так, у нас должны, получается, быть все священники или ангелы. Да? Так, волшебство. Найдите в вашей библиотеке карту снежного перманента, легендарную карту или карту саги. Ага. Кстати, тоже неплохой священник вот этот вот. Давайте 4 валькирии. Однозначно. Однозначно 4 валькирии. Так, сейчас строить факты и чары. Это нам не нужно. Давайте парочку ангелов судьбы. Так, давайте 3 ангела. Можно, кстати, еще парочку золотов умерей докинуть. Но это потом уже. Процветающих трактирщиков обязательно комплект. Они просто очень крутые. Так. Это неинтересно. Это... Так, получите один жетон наиболее... Все, вы получите 2 жизни. Можете создать одну карту земли. Возьмите карту. Так, прорыв. Веревочник. Ну, нет, веревочник, я думаю, уже слотов не найдется. Парочку, бля, гемотов. Это классно, греф чистят. Так, долгий отдых. Верните их карт с различной малой стоимостью вашего кладбища в вашу руку. Если комфортно, вам в руку встречается 8 больше карт. Ну нет, это я не хочу комбу собирать. Сейчас эту связку. Я хочу вот сейчас... давайте наносит, может быть. Наносит, вот так вот. Кстати, да, кабирское устранение неплохо. Тут будет, наверное, смотреться, хотя... Черт его знает. Так. Бешеный укус. Нам нужно, короче, что-нибудь такое. Кстати, можно и тоски положить. Парочку, да? Парочку тоски. Парочку кабирских... 3 кабирских устранения. Это нам уйдет. 3 равнины уйдут. После чего... Так. Выберите свое атакующее существо, травм тактик на том существу, пожинированное удвоенное количество существ в вашем отряде. Бешеный укус. Так, давайте тогда не наносит, а дерется. Дуэль магов. Письмена изобилия. Да, давайте письменное изобилие сыграем. 3 копии. 4 можно. Теперь надо что-то убирать. Так, 5 карт надо убрать. Ну, можно Валькирию Вестницу, во-первых, убрать одну. Точно можно убрать, наверное, одного несущего зарю жреца. Один класс жрец можно убрать. Так. Трактирщик. А трактирщик он это... Гражданин. Ну, давайте одного трактирщика уберем. Алло? Алло? Это белка. Алло. Так, добор-то нам бы здесь не помешал, конечно, да, немного небольшой. Тоски неплохо вписывается. Хотя. Может быть, и без тоски. Ой, вот так вот, то есть.
Ну давайте тогда. Три. С третьим монокостом что-нибудь. Вот эти, кстати, можно как ремувал, да, тоже. Даже вместо каких-нибудь письмен. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. И вот так. Так, наверное, будет более эффективно, что ли. Мне так кажется. Так. А где у нас карточка, которая ангелов делает? Так. Давайте тогда так. Сделаем карту, которая ангелов делает. Добавим. Так, а где? Где, о. Зов Эмерии. Три штучки. Раз, два, три. А, так, я думаю, вот стоит, не стоит. Наверное, белых-то не стоит. Зеленых, то есть. Давайте перейдем просто, посмотрим, что у нас там с земли. Раз, два, три, четыре. Однозначно. Три, четыре. Ну, давайте парочку таких. И усё. И усё. Так, стоит ли Майю класть? Она что? Она воин, да, у нас? Следопыт, элементаль. Падение. Извините, существо, наибольшее значение силы среди существ под контролем своего оппонента. Так, ну давайте вот так попробуем. Да, назовем Лайф Селезния. 2022. Выберем сейчас себе красивый кармашек. Выберем себе красивый кармашек под стать селезней. Вот такой вот. Так. А вот такой вот. Вообще шикарно. Он еще и минимированный. Ну и пойдемте тестить, друзья. Ну и да, не забывайте, конечно, ставить лайк. Подписочку оформить. И, конечно же, оставить комментарий, да, и нажать колокольчик, если вы хотите получать уведомления о новых видео. И да, друзья, еще скажу, что турнир у нас прошел в группе, ну, он собрал 6 человек, к сожалению, всего лишь, но он был разыгран два первых места, первое, второе призы. И турнир у нас еще будет через 2 недели, тоже в воскресенье, по-моему, 19-го, да, по-моему, 19-го в воскресенье. Также 6 вечера, уже в формате BO3 стандарт, просто стандарт. Поэтому ждем всех желающих. Отчет о этом турнире вы можете прочитать в группе ВК. Так. Давайте попробуем, не знаю. Тут как бы ничего такого суперского нету. Ой. Так. Ну, давайте блокера. Хотя, хочу ли я блокировать эту ерунду? Не знаю, мы же можем просто и класс жрец. Нет блоков. Иди вот так. Окей. Давайте класс жрец. Давайте кабирское устранение как землю. И ход. Вот контролика немного дали. Жалко, что тут, конечно, за 4 маны. Было бы за 3, было бы интереснее. Кому тира раскладывать. А, ладно. Погинь 2 хита. Да, на 2. Ай. Ну, ходи. Ева, ты чего? Это нельзя в рот. Ну-ка, дай сюда. Плюй. Чего? Плохо то, что не дали нам земли, конечно. Это как? Это нельзя в рот. Да. Плохо. Пас. Пас. На 6. На 6, ну да. 6 нас. Погинились. Так, земля нам пришла. Это неплохо. Заплатим 3 хп. Я думаю, что поставим вот такого вот ангела.
что с помощью него мы сможем погенить еще 6 хп, собственно. Сможем погенить. Состояние скальдов, да. Это печалька. Да. Да, копейщица. Пас. А, давайте пас. Нет блоков. Мы просто сейчас вот активируем, чтобы не умереть. Да. Так. Стязание уберем. Далее. Нет атак. Конец хода. Блин, сложно, сложно против гоблинов. И зеленой маны нету, что самое обидное. А, он может все равно их разыгрывать. Я думал, он не может. Нет уже состояния скальдов. Ну ладно. Я поэтому его удалю, чтобы эти карточки брать. А он все равно их может разыгрывать. Обидно. Ладно, давайте следующую. Что не пришла зеленая земля. Это печально. Да вообще земля немножко покрючила. Хотя мы дали две земли, но этого явно мало. Этого явно недостаточно. Так, ну давайте следующую. Конечно, ужасная была раздача, по сути, против такой колоды. Но, тем не менее, да. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, ждете ли вы от меня что-нибудь по следующему, ну, как бы, продолжение по выпуску карт Зиндикара или нет. Будет интересно узнать. Так. Гол. Ой, снова гоблины. Такое чувство, что я с одними и теми же людьми играю вечно. Может, легемота убрать? Хотя, блин, он такой клевенький. Замечательно. Да. Все. Я что-то ничего не соображаю уже. Мискликнет, не та земля. Ну ладно. Что-то, если честно, уже так устал, все ничего не соображает. Давайте просто как бы. Как будто этого не было. Все. Стерли из памяти. Да, случается. Ну, мисклик, мисклик, ладно. Давайте просто третью сыграем. Вообще ничего не понимаю, что со мной происходит сегодня. Ребятки, я чувствую, что вы мне не ставите лайки. Поэтому и сливаю. Давайте, поставьте мне лайков. Накидайте мне лайков под этим видео, чтобы я знал, что вы со мной. Так. Что-то мы без белой, да? А, нет, с белой мы. Мы с белой. Ну ладно, пускай, да. Да, кипнем. Будем просто более вдумчиво играть. Архижрец, окей. Ходи. Я думаю, трактирщика поставим. Потом Трелесара, да. Так, он тоже священник. Ничего не поменялось. Окей, на один. Давайте трактирщик. И давайте... Давайте ход. Может, он на укус среде сыграет? Было бы занятно. А, ну нет блоков. Да. Ну, элитный связыватель, хорошо. Выбирай, бро. Окей. Хорошо. Да. И давайте ход. Что
тоже священник. Спор священники, слушайте, сейчас в стандарте. Ай. Ладно. Ну и атака, да? Ну, нет блоков. Ладно. Так, тебе нужна растапанная земля, неплохо бы было. Так. Ну, давайте, наверное, это будет Треласара. Погеним хиточек. Ангел. Нет. Давайте, наверное, это будет Кабирское устранение. Вот сюда. Автооплата. Да. И давайте это будет крепость. И ход. Магистр цветов. Ну, ладно. А, надо было в блок, кстати, что-то я этого не видел. Говорю же, все. С ума схожу. Так. Давайте так. Нет. Не думаю, что я его хочу. Давайте атака в магистра цветов. И ход. Что-то сейчас найдет себе какого-то чувака. А, ну ладно. Монах открытый логовый. Хорошо. Он монах. И ангел легиона. Ладно. Еще нашел ангела легиона. Хорошо. Это нас может атаковать, это замечательно. Так. Заплатим 3 жизни. Валькирия вестница. Наверное, погиним хиточков немножко. Не, все-таки, наверное, это на ботом. Давайте, наверное, в атаку сходим, да? Вот этим вот. Раз, вот, да. Сделали ангела, погенили хиточков, вкачали. Лягемотушка, сорян. Трактирщица, сорян. Он не может такая блокировать, окей. Наука в среде, да? Шел земелечку, это 3-3 стал. Ангела, видимо. Да. Нашел ангела легиона. Давайте блок. Так. Белая. Давайте класс жрец. Давайте. Положим. Допустим. Сюда. И сюда. Давайте. Сюда. Два атакующих плюс 13 хп. Это 30 хитов. Это сейчас еще всех качает. Прекрасно. Еще и погенимся. Еще и валькирии вестницы. Сделаем себе этот. Катакена. Вообще прекрасно. А
Окей? Чпоньк. Так, на ботом. Хотя... Я на ботом. А, да, нормально. Триггеры. Доча, 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 не кричи. Да-да-да, ее-то мы себе возьмем. Да. Ну, ходи, братан. Так надо было играть, че я туплю, блин? Всю жизнь. Расселись со символогией, окей. Да, что-то не то себе нашел всякую, какую-то чушь, ну ладно. Ладно. Так. Я думаю, может... Хотя зачем это надо? Давайте просто... Не знаю, Валькирия Вестница. Это мне не нужно. Это можно. Это прямо топчик. Давайте, наверное, атака. 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 Вот так вот. Ага. 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 Я бы с тобой еще ангелом бы стал, чтобы ее убить. Ну ладно, дело-то житейское. Да-да-да. 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 Конечно. Еще, ну, плюс один хит гений каждый раз. Да. Да. 40-70. 6 хитов. Нормально. Ты можешь активировать. Ангел Легиона, да. Еще тебе одного найди. Окей. Окей. Ну так вот примерно должна эта дека играть. В принципе, мне нравится. В принципе, ребят, мне нравится, как она сыграла. Да, вот так вот она... Так она и должна играть, эта колода. Вот. Вот, ну да, ребятки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Все, взбодрился. Все, можно играть. Теперь нормально. Нормальная дека. Я пока еще не понял, что из нее стоит убрать, что добавить. Ну, в принципе, норм. На генеце нормально, у нас куча священников. Легемоты мне не нравятся. Но легемоты, знаете, когда будут хороши? А, понял, что надо положить. Что, земли, которые оживают. Вот точно. Ты их еще добавлю. Надо еще добавить обязательно земель, которые оживают. И... Подумаю, что можно сделать с легемотами. Так, ну давайте, нормально. Там сейчас этот чувачок за одну манку, который за тап гейнит хиты вообще просто. Вот это суперская раздача. Он и ангел. Ничего больше не надо. Что? Дверь закрыть? Сейчас, друзья. Ева, куда ты пошла без ботинок? Ева! Без ботинок не ходи, иди ботиночки одевай. Ботиночки не одевай. Так, ну давайте. Давайте, наверное, так. Давайте, наверное... Я, ну, ты можешь потише сделать, да, телефон свой? Так, жажда кровавого дня. Ну ладно. Не страшно пока. Это так. Давайте тогда ангел. И ход.
Валькирия, окей. Давайте. Зов Эмерии. Растапанный. Валькирия, до свидания. Атака на 2. Так, что у нас тут есть? Мы же, в принципе, за одну манку еще можем сделать себе кикер, да? И вообще, на самом деле, оппонента этим самым напугать. Так. Класс жрец. Вот так вот. Далее. Атака всеми. Вдруг он не будет становиться блок. Смотри-ка будет. Вот, а давайте просто 2 жетона. До свидания, Балькирия. Ходи. Да. Без Б. Без проблем, бро. Ну ладно. Так. Давайте беленько. Давайте далее. Давайте атака. А, давайте... Конец хода. Я пока не вижу в нем необходимости никакой. У нас вроде так неплохо атакуем. Ангел судьбы, да. С кикером. Сюда 2 жетона. Я получаю хиты. И вот, вот это существо будет драться с этой хренью. Норм? Вроде норм. Давайте Валькирия. Давайте жрец. Вошел. Погенили 2 хита. Вкачались. Немножко в атаку сходили. Так, на 14. Вот так дека должна играть. Эта дека должна играть вот так. Нормально. Мне нравится. Все. Давайте, ребята... закругляться. Спасибо большое, что смотрели до конца. Еще раз говорю, что турнир, результаты все будут, обязательно будут, точнее, мой небольшой отчетик будет в ВК, можете там его почитать. Новые турниры я анонсирую уже на днях, поэтому не забывайте, что теперь у нас будут регулярно турниры проходить. Не знаю пока что, на сколько часов, но они будут регулярными, они будут, то есть, они будут раз в 2 недели, раз в месяц по-любому. Спасибо, что смотрели видео до конца, надеюсь, вам понравилось. Если это да, наградите это видео лайком, подпиской и комментом. С вами был, как всегда, Дима, канал НТГ Сибирь. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.